В Твери открылся очередной объект, реализованный в рамках программы поддержки местных инициатив. На улице Хромова, 17, обустроена парковка для автомобилей. 17 августа здесь прошла комиссионная приемка объекта. Этим летом во дворе дома на улице Хром, 18, появилась долгожданная парковка для автомобилей. Заасфальтированная площадка с разметкой, где могут разместиться порядка 40 машин. Тут был просто грунт. Жильцы этого дома, я так понял, сами своими силами как-то подсыпали, боролись с тем, чтобы ставить где-то свои машины. Дом семиподъездный, и тут была большая потребность. В проекте было заложено асфальтобетонное покрытие с установкой бортового камня, который был на данный момент полностью весь реализован. Раньше припарковать машину во дворе удавалось далеко не всем жильцам этого дома. Приходилось искать место на соседних придомовых территориях. Когда появилась возможность принять участие в программе поддержки местных инициатив, жильцы большинством голосов решили – нужна стоянка. Основной плюс программы поддержки местных инициатив – это то, что сами жители, те, кто, собственно, здесь находится в этом доме, на этой территории, в этом дворе они гуляют, конечно, они являются инициаторами того, что происходит рядом с ними. Они видят свою проблему, они обращаются, соответственно, за ее решением и сами же принимают результат. Ранее на этом объекте ППМИ были взяты пробы асфальта. Экспертиза показала, что они соответствуют нормативам. По итогам комиссионной проверки парковка на улице Хромова была принята в эксплуатацию.